Сегодня мы с вами будем говорить о розовых губах. Я не знаю, солнце светит или что на меня влияет, но я просто достала камеру, и сейчас я буду говорить про розовую помаду, потому что у меня настроение 100% весеннее сейчас. Какая-то музыка, все какое-то цветущее. У меня внутри, на улице лежит снег. Но сегодня будем нырять в царство розовых помад. И постараемся найти для каждого что-то свое, что-то хорошее, что-то... Ну, если мы говорим о помадах, то, наверное, каждая помада, которая живет у меня, для меня это просто это богини, а не помада. Это не косметический продукт, для меня это что-то больше. Мне кажется, у меня с помадами какие-то нездоровые отношения. Maybelline Color Sensation, коллекция Vivids. Цвет называется Hot Plum. Пахнет пластиком. Не так сильно, как классическая Color Sensational, но все равно достаточно заметно. Если вам не нравится запах пластика, который есть у всей этой серии, здесь он присутствует. У этой серии есть какое-то очень странное свойство. Они увеличивают губы. Я не знаю, как они это делают. Мои губы, по крайней мере. То есть я не использую ни подводку, ничего я не использую с этими помадами. Я просто наношу ее кисточкой и сверху добавляю чуть-чуть из тюбика. И она делает какой-то такой влажный, увеличивающий эффект, за что я, честно, ее очень сильно ценю. Мой излюбленный Риммель. Это у нас коллекция by Kate Moss, матовая коллекция. Здесь мой номер 101, про который я сегодня буду говорить. Холодный, пыльный, розовый, белокожим людям просто будет гениально смотреться этот цвет. Очень приятно, пахнет компотом, вот из детства, как вот бабушка моя варила это. Но для меня это очень хороший запах, очень приятный. Ложится просто шикарно, плавно скользит по губам, приятно сходит, приятно носится, очень мягкая текстура, придраться не к чему, честно. Я все же узнала, как называется эта серия, она просто называется Long Last. Кто бы мог подумать, что все кажется так просто. Этот цвет называется Cotton Candy 10. Это, я бы сказала, холодный Барби розовый. Очень яркий, очень весенний, очень свежий, отличная формула, очень бюджетная. В районе 130-150 рублей, я уже не помню, может быть, подорожали сейчас, но кто не хочет хорошую помаду за такие деньги, честно? Как можно ее не любить? Я не знаю, как можно вообще не скупить всю эту серию? Ну, я уже близка к тому, чтобы ее все скупить, да? Я не могу, честно, не сказать об этой помаде. Она в России не так сильно доступна, хотя в Америке это просто там, не помню, 3 доллара она стоит. То есть это очень-очень бюджетный вариант для Америки, для России. К сожалению, в этом Wild очень сложно достать. Но для меня, по крайней мере, может быть, если у вас есть какие-то каналы специфические, тогда обязательно скажите мне, что это за каналы. Я буду там же закупаться. Серия этих помад. У меня их всего 2, но я их обожаю. Это матовая текстура. Суховатый, честно скажу, суховатый, но... Этот цвет, он на мне, кстати, сейчас этот цвет, называется Dollhouse Pink. Единственный минус, который можно честно отметить в этой помаде, это упаковка. Он постоянно, когда закрываете и открываете, можно зацепить помаду, испачкать здесь все, это будет bloody mess, просто грязь и шмазь вылазь. Поэтому очень аккуратно нужно с ней быть в этом плане. Но во всем остальном... Запаха вообще не имеет, никакого не имеет запаха, относительно тяжеленькая такая упаковка, то есть не такой, например, у Essence, по мне, как по упаковка более дешевая и более такая хлипкая, скажем так. Здесь ощущение какое-то у нее чуть подороже. Делает зубы визуально желтее, намного более желтыми, честно хочу сказать, потому что все холодные лиловатые помады, мне кажется, они делают это зубами. Ну, это просто то, с чем нужно смириться. Если вы хотите такую помаду, то зубы она будет желтеть в чем-то. Вот. Холодный Барби, яркий, вырви глаз розовый. Если вам когда-то было интересно что-то такого плана, очень сильно рекомендую Wet n Wild, если вы можете, конечно, ее достать. Снова это тюбик. Я знаю, я просто не могу заткнуться, честно, про эту серию. У меня их всего 2, поэтому про красную я уже говорила, про розовый я еще не говорила, поэтому мы должны сказать про эту фуксию. Холодная фуксия, матовая текстура, наносится как мусс, пахнет силиконом, и она гениальна. Она держится весь день, она ложится просто как масло, я не знаю, как это объяснить, очень мягко ложится на губах, очень приятное ощущение.
Опять же, очень классно этот цвет именно смотрится, если сделать тонкую стрелку черную. Можно ресницы, если свои хорошие, можно просто накрасить тушью. Если такие, как у меня, можно наклеить. Просто сразу это акцент на лице, мне кажется, это сразу выглядит стильно. Это просто выглядит стильно, я не знаю, как еще назвать это, но... Цвет называется Ping-Pong. Luminaire Raspberry Miracle Shine. Называется серия этих помад. Мой цвет 104, и честно, мне кажется, опять же, можно скупить всю серию этих помад, и с ними вообще невозможно ошибиться, потому что текстура этих помад очень легкая. То есть, ну, вы смотрите, как он выглядит в тюбике, на самом деле на губах это будет полубальзам, такой очень ухаживающий, очень приятно пахнущий, очень влажный, приятный эффект от этой помады. Для меня это помада, которая, наверное, со мной путешествует чаще других. Потому что если вы куда-то спешите, если вам нужно выглядеть мило, симпатично, естественно, одновременно с этим ухоженно, мне кажется, эта серия – это ваш лучший друг. Она не требует от вас много, она просто есть, она делает свою работу, и вам нужно просто только наслаждаться ее обществом. И очень быстро, честно, очень быстро хочу сказать про... Еще раз хочу сказать... Серия Wild Rose Natural Lipstick in Noladin's Sheer. Sheer Rising. Sheer Rising. Эта помада, наверное, очень схожа по свойствам с предыдущей, которую я говорила. Смотрится очень натурально, очень такие детские бэйби-губы. Пахнет садовой розой очень слабо, но приятно. Спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, после просмотра этого видео кому-то из вас захочется приобрести розовую помаду, потому что, честно, мне кажется, макияж, он для этого и нужен, чтобы всегда иметь маленькие радости, от которых вы получаете удовольствие, которым вы всегда себя можете побаловать. По крайней мере, для меня макияж – это именно такая вещь. То есть, если я когда-то хочу себе улучшить настроение, я иду покупаю себе помаду. Или если я хочу себя похвалить за что-то, наградить за что-то, я иду покупаю себе помаду. Или просто, если я хочу, я иду покупаю себе помаду. Как хорошо, когда есть такие вещи. Ладно, все, всех люблю, не буду вас больше задерживать. Всем приятного дня. Пока, красотки. Коллекция Vivids. Коллекция Vivids. Коллекция Vivids в целом, мне кажется, очень похож на NARS Audacious Lipsticks Dominique. Я как бы на ней держу свой глаз, поэтому...